Ну что, вот и начался третий день. Можно сказать, он только начался. Дома еще все спят. 6:30 утра. Я проснулся от сна. Ну, разумеется, во сне присутствовали сигареты и так далее. Ну, что сказать. Желание бешеными закурить и так далее. Специально дома оставил сигареты. Не прикасаюсь к ним. Но, тем не менее, как бы... Ну, как и обычно, первых 3, 4, 5 дней по-разному. Именно такая физическая тяга или как, что хочется рвать и метать все на себе. Ну, не знаю, держусь. И думаю, что меня хватит на эти 5 дней и в дальнейшем. Но сказать одно, что сидеть дома, это просто муки. Ну, ничего страшного. Просто кажется, что внутри как бы... Ангел и бес сидит, и один говорит: сходи покури, что там будет. Нельзя резко бросать, как многие говорят. Хотя я знаю, что это все тавтология и вранье, если уже бросил, то и забыл. Вот. И ангел, который говорит: нет, не стой, в этот раз все получится. Главное верить в себя и найти себе все-таки эту силу воли. Вот. Думаю, можно будет завязать совсем. Ну а пока думаю пойти или съездить на озеро. Ну, всяко не сидеть дома. Надо дождаться, как проснутся дети. Вот. Включимся. Вот и выехали на озеро. Средний сын за рулем. Сегодня, кстати, первый раз. Старшим тоже нравится меня догнать. И вроде как-то едем. Сейчас левее поворачиваем. Не сейчас, подожди. Ну, ты же видишь, поворот сейчас начнется. Вот, вот сейчас левее. Вот, 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 вот. На дальнее поедем? Отлично. Мелкие спят. Давай сейчас чуть-чуть побыстрее. Вот так. Руль рулевой. Давай, давай, давай. Нравится? Точно? Ну, отлично. Включимся уже на озере. Всем привет, это Тёма. И как говорил один хороший артист Булдаков, который уже, к сожалению, с нами нету. Человек вышел из воды и должен туда вернуться. Погода замечательная, поэтому решили это время провести, как и всегда, свободное время на озере. Так что включится дальше, поплыли. Они дерутся, рыбку поймала. Ну, из всех детей любит купаться только средний. С воды его не вытащить, и воды он совсем не боится. Молодец! Самый маленький спит в машине, самый большой в лагере, ну и жена со средним. Ну что, круто? Ему это не надоедает, он так может часами. Давай. Молодец. А сальто назад? Назад? Это так же вперед. Страус, голова в песок. Ну давай, иди поглубже. Иди поглубже. Как не знаю, будет на катамаране по озеру покататься. Но у нас огромное. Вот любитель-то понырять. Че, помаши рукой. Че, Андрюх, как думаешь, папа бросит курить? Да. Ну вот, один уже верит, и то ладно. Ништяк. Давай, Андрюха. Давай. Давай выше-то, за ноги, чтобы хоть подлетел. Давай, на ноги вставай и отталкивайся потом, понял? Сама руками толкай. Давай. На ноги вставай.
Раз, два, три! Два, три! Вот так? Ну, вот так отлично! Три! Круто! Два, три! Еще, Андрюха! Давай! Давай, вставай! Раз, два, три! Валерка, а тебе нравится? Точно? Ну это хорошо. Ну а сейчас будет моя очередь подбрасывать сына, раз ему так нравится. Включимся. Будем прыгать? Давай. Ну что, теперь тебе папа подбрасывает. Готов? Да. Закон, ты снова выныривай, давай. Раз, два. Папа тебя вытащил, как круто! Да, еще хочешь? Да. Давай, раз, два. Опа. Ну как, круто было? Давай еще разок, последний. Давай, и раз, и два, и к маме, и три. Опа, молодец, еще и плавать умеет. Круто. Давай, греби, 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 греби. Давай, греби, греби, греби. Молодец, молодец. Опа. Ну давай напоследок еще разочек прыгнем. Давай. Опа. Давай. Помахай всем рукой. Раз, два. Еще раз машем всем. Все отлично. Осталось добраться домой, а самое главное скурировать песочную горку, которая большая. Мы, в принципе, этого продемонстрируем. Ну а пока поехали. So clean, can she put that question in her ass and me in the mind?